со всей вселенной приходили в Иерусалим на поклонение. То есть были разных национальностей люди. Скажем, почему могли, как они верить в единого Бога, когда евреям Бог только открылся? Да потому что общение-то было. Евреи могли быть, торговали где-то там, ездили по другим странам. Естественно, проповедовали. Помним, что в Ветхом Завете, помните, как там плененная девочка еврейская сказала, когда военачальник был болен проказой, она говорит, а у нас там на родине есть пророк такой, который может исцелить. Это уже была проповедь этой девочки плененной, она была пленная, взята, когда была война, ее взяли в плен в другую страну. И там она уже проповедовала, что есть служители единого Бога. Поэтому в этот день Пятидесятницы люди сходились в Иерусалим. Многие. И вот, в виде огненных языков, Господь послал Духа Святаго на апостолов. До этого они были, боялись, таились, закрывались в закрытой комнате. Из опасений, говорит, от иудеев сидели заперты были. И вдруг, когда они получили обещанного, то смело стали сразу проповедовать о Господе распятом и воскресшем. Люди, находящиеся здесь с разных стран, разных национальностей, слышали их говорящие своими языками. Другие насмехались и говорили, они вина, наверное, напились. Но человек, когда напьется пьяный, он не только каким-то чужим языком, он свой-то, своим языком, родным не может разговаривать. И апостол Петр выступил, проповедовал, и сразу обратился. Тысячи людей приняли его проповедь и уверовали в Господа Иисуса Христа. Поэтому без этого утешителя, которого послал Господь Духа Святаго, мы не можем делать ничего. Мы не можем и свидетельствовать о Христе, если не будет нам помощь от Духа Святаго. Да и всякое дело, во всяком деле. И поэтому мы и молимся всегда, молитва Царю Небесному, Утешителю души истины, и живездесы, и вся наставляя. Ежедневно это и в утренних, и в вечерних молитвах, это молитва к Духу Святому, потому что без Его помощи мы не сможем делать ничего. А Дух Святой живет, говорит, где? Там, где чистое сердце. Поэтому помните 50-й псалом. Когда согрешил Давид, то что он, как он молился? Духа Твоего Святаго не отыми от меня. То есть, когда мы согрешаем, то Дух Святой может нас оставить. Господь может отнять его у нас. А это страшное тогда будет состояние человека. Когда не будет он водимый Духом Святым. Не будет водимым Духом Святым, он будет водимым другим духом, противным это. Поэтому будем очень тщательно всегда бодрствовать над этим, чтобы, согрешая, мы приходили сразу к покаянию, приносили плоды доброго покаяния, чтобы Дух Святой не оставил нас. Аминь. Там на улице подождите.